Говорит Йордан Стайков, по имени отчества Николаев, предназначение из Руси. Вот, да, то, это собственность Ивана Стоева, Арсенова, это USA, окей. But from my business, she, when I have a bankrupt, yeah, she sold like five boxes, like 30 or 50 or 100 pieces of ware, yeah, of, no, all kind of it, yeah, so please, no, she is in debt with me, not me with her, and that, I said, that's for my hair, I'm not nothing feminine, fucking idiots. Okay, so I got the Hondas around me in my right side, like I'm a USA and they serve me the Japanese, no fucking way. If you want, you're welcome if you come to us, but you know, I'm Russia, I'm not USA, you fucking idiots, but great. I can see your idiots when they stay in my left side as well, but like I explained it already. За магазина. Театъра ви е толкова голям, че вече човек не знае какво да направи, хора. Не мога да продължа да толерирам корупция на 3-4 лева и се очаква от мен да ви направя въпрос, така че вече не знам какво да правя. Окей? По-добре спрете да ми играете по нервите, да си губим времето и да правим театри, постановки, смешни сте всички. Сева е уже патетик и покрит, идиота, блядь, я же обяснил, вот эти суки, они как-то всячески пытаются показать, что это я United States, у меня нет ничего такого, нет, эй, я, у меня нет дедушка, нет никого-то, я только же всячески объяснил, и вот, и та сука, Ивана Стоева, она у меня в долг, не я у него, так что она должна выполнять через меня. Если это японцы, Honda и все, коррупции, Hyundai, что я смотрю, и вот эти немцы, которые, собственно, с Америку, все они, если хочет выполнять, пусть, ну, добро пожаловали, если приезжают с миром, пусть мы их будем любить, а если с мечом, они знают, как я их, наоборот, в доме отправлю, да? Вот, то, что все сказано. Есть еще другое. Я объясню и в магазин, блядь. Я же не могу пацики, блядь, вас, ну, это как-то 30-40%, что вы хотите украсть. Это будет проблема, в первую очередь, не у меня, это у вас. Вот, я оплачиваю всегда интерес, имею в виду, ну, лихва, да, на всичко, което сам купува, подразумел съм себе работа, не ми дадохте, рових ви в букуците и ми свърлихте, само най-гадното, най-хубавото падахте за вас. Шефовете ми не ми звънят, само и за ми е ви шеф, да им говорим менеджерите. Ай, стига, моля ви са. Не са правите на ощипани лелки.